Привет, дорогие друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Битва Стикманов продолжается! Игра Stickman World Battle! Мы сегодня продолжим проходить кампанию, у нас все здесь прокачано. Мы сейчас находимся на высоком уровне. В прошлой серии у нас была Монка, сейчас Белый дом. Мы что, идем на Америку? И у нас здесь уровень 55. Белый дом! Уничтожить вражескую базу. Ничего себе, вражеская база — это Белый дом. Так, вот Белый дом мы видим, ребята. Вот тут Капитолий, и мы должны быстренько как-то подготовиться. Раньше игра называлась Stickman World War, сейчас Stickman World Battle, они последнее слово заменили. Что-то здесь изменилось, и нам придется прятаться, потому что я вижу, враг уже бежит с гранатометом. Враг, иди отсюда, быстро заходите, наши строители. Мы же сейчас быстренько будем строить танки. Уже джип на нас выехал. Конечно же, Америка выпустила свои боевые джипы. Не знаю, почему мы именно Белый дом штурмуем, но, возможно, здесь плохиши его захватили, а мы его освобождаем. Так, включаем X2, быстренько давайте пока что строятся наши танки, дорогие друзья, и наша задача пока как-то стоять. Так, все, враги вроде бы не нападают, значит, мы с вами можем быстренько выпустить здесь свою армию. Вот как выглядит танк. Здесь изменилась техника внешне. Так, давай вперед, поехал танк. Тут уже вражеский джип. Почему-то здесь отключается X2. Я не знаю, почему так сделали. Но приходится периодически его нажимать. Также раньше мы переходили между, скажем, большими уровнями. Да, между компаниями, или как это правильно назвать. Короче, было 3 уровня. Сейчас 5. В 5 раз дольше нам приходится здесь воевать, потому что стало 5 уровней. Так, давай вперед. Нам нужен также вертолет. Вот стоят наши танки. Подходит робот. Наш робот довольно быстро стреляет. Сразу включаем X2. Давайте, пацаны, уничтожьте врага. Будет 5 уровней с Белым домом. Посмотрим, что у них будет там, ребята, за подкрепление вообще такое. Давай, валим, валим. Что там выйдет? У них рабочие вышли, смотрите. Много джипов. Ну, джипы, они не очень крутые, если честно. Потому я думаю, что мы сейчас развалим, ребята, Белый дом. Очень быстренько. Давайте, роботы, вперед, танки. Еще чуть-чуть. Последний джип остался, и чувак с гранатометом. Давайте, вперед. Да, внешность робота и танка изменилась. А вот вертолет остался на том же месте. Ну что ж, дорогие друзья, мы первый уровень прошли, вроде бы он был не сложен, то есть мы зашли уже в уровне Белого дома, да, вот он, раз, два, три, четыре нас ждет, а дальше будут Мстители, потом будет Судный день, потом Новый год, зомби какие-то, солдатики, корабль, метро, короче, тюрьма, будем долго мы здесь воевать, но сегодня мы будем воевать с Белым домом. Белый дом, отбить нападение. Вот именно в нападении, ребята, самые сложные уровни. И я вижу, а как у нас как-то мало денег? Обычно денег много дается. Ребята, они уже стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 28, 29 чуваков в очках. У нас есть, ребята, немножко времени подготовиться. Смотрите, всего лишь 3 минуты. Ну, не знаю, как мы сможем отбить 28 стикманов. То есть надо что-то такое мощное, возможно, РПГ, что будет бить по области. Может быть, вертолет, но на вертушку я сомневаюсь, что мы успеем насобирать за 2 минуты. Быстро включаем X2. Давайте, пацаны, работайте. Мне надо больше рабочих. Еще рабочие, ребятки, еще. Может быть, все-таки их огнем поджарить? Но если мы, конечно, сможем дойти до врага. У нас огнеметы вроде бы прокачаны. Давайте попробуем нестандартную тактику. Мы за огнеметы вообще не играли. То есть будут спереди огнеметы стоять, а также чуваки с ракетами. Давайте еще чуть-чуть. Так, добыча идет, в принципе, нормально. Включаем X2. Также будем делать ребят с РПГ. Они стоят, конечно, дорого. 500. И у них мало здоровья, но все же, я думаю, может быть, они смогут одолеть. Это какая-то прям секьюрити организация. Я не знаю, кто они такие. Наверное, они плохие, а мы хорошие. Видите, и мы на фоне Белого дома. Ай! Прикольно, конечно. Ну что, давай еще сделаем РПГ. Еще чуть-чуть. Вся надежда на РПГ. Я бы, конечно, еще вертушку построил.
Потому что она будет бить по области. Все-таки, наверное, один вертолет, ребятки, я постараюсь сделать, чтобы навалять врагам с воздуха, потому что вертолет будет бить по области. Но их много! 29 юнитов, ребята! Это реально много. У них самый главный стоит такой в очках, крутой, смотрите. Такой говорит: «Воблер, я тебя не боюсь!» Ребята, строится наш вертолет, остается до атаки очень мало времени. 5 секунд, сразу делаю РПГ. Ну что, наверное, пошли мы первые. Посмотрим, что с этого получится. Давайте, вертушка, да! Так, первые пошли огнем поджаривать. Давайте. Да это было легко, смотрите, у нас практически никто не пострадал. А рабочие довольны, потому что они выжили. Ребята, прошлый уровень был несложный, и мы его прошли. А это у нас 57-й левел. Белый дом, уничтожить вражескую базу. Здесь уже будет база, здесь уже есть деньги у нас. То есть вот тут уже все серьезно. Сразу сделаем 8 рабочих, вижу колья какие-то. Чувак бежит с РПГ. Так, ускоряем X2. Давай, наверное, сделаем вертушку. Танк. Робот. РПГ. Отходим на базу, пацаны, срочно отходите. Быстро, быстро, рабочие, блин. Так, рабочие упали, но они выжили. Подъезжает вражеский джип. Ну, рабочие, прячьтесь вовнутрь. Да, спрятались. Отличненько. Давайте, уничтожайте джип. Уже бегут они, смотрите, со своим огнеметом. Пока что мы стоим на месте. Пока не построятся наши защитные войска, нам нельзя, ребята, выезжать. Ага, можно выезжать, потому что враги ничего не делают. А, они тоже, ребята, накапливают здесь силы. У нас уже стоит боевой вертолет. Давай посмотрим, кто круче, вертушка или ты. Но! Отлетел огонь! Блин, ну джип такой себе, ребята. Он довольно крутой, если честно. О, танк едет на помощь. Давай, танк и джип. Танк танкует, ха-ха, вертолет шмалит сверху. Вот еще робот подошел, а чувак такой в очках, но с гранатометом стоит, что-то думает. Ну ладно, пусть джип там помирает себе. Ха-ха-ха. Отлично, давай вертушку делаем, робота делаем. Вот таким вот сетапом мы идем, сейчас сразу будем валить один робот, один вертолет и один танк. Ну что, сдавайтесь. Бандиты, вы захватили Белый дом. Мы освободим президента. Кто там сейчас? Байден. Ай, блин. Давайте. Ого, выехали, смотрите. Было очень много огнеметчиков. Ай, вертушка наша упала, алло. Есть еще вертолет. Надеюсь, все, кто были на вертолете, они выжили. Так, включаем X2. Выносим все. Но это не Белый дом. Белый дом вот. Это что такое? Это база какая-то другая. Это не настоящий Белый дом. Это Белый дом с параллельной вселенной. Валите по джипам. Прикольные уровни, мы их быстро проходим. Так, прошли мы с вами 3 уровня, осталось еще 2. Дальше будут уже Мстители. Какая-то перчатка Таноса. Отбить нападение. Вот в отбивании нападения самый сложный для меня, ребята, уровни. Так, никого не вижу. Смотрите, чистая площадка. Я включаю X2, у нас уже пошло строительство наших же первых чуваков, которые добывают деньги. Нет смысла в самом начале делать армию, потому что нам надо строить те, кто будет приносить нам деньги. И следить. О, летит вертушка, прячемся срочно. Вертолет — это серьезная угроза для нас. Блин, он будет бить по области. Так, включаем X2 сразу. Мы ничего строить не можем, потому что у нас очень мало, ребята, денег. Что-то 1200. Так как-то маловато. Так это был один вертолет. Ого, и что нам делать? Я не знаю, что нам делать. Ну давай робота, наверное. Но вертолет будет бить по области, потому нет смысла сделать пехоту. Вот сразу чуваки с автоматами, с огнеметами РПГ сразу отпадают. 2 вертолета. Прячемся. Мы не успели ничего добыть, ребята. Вообще ничего. Мне кажется, что без бустов нам будет тяжело пройти этот уровень. Нам надо бусты по добыче денег. Вы поняли? То есть сейчас мы сделаем так, чтобы денежка у нас была. Но! Сейчас уже 3 вертолета будет лететь. Долго мы убиваем врага. Выходим. Сразу буст. Давайте, несите нам деньги срочно. Ну, не знаю, что нам это принесет. Надо было, наверное, в самом начале этот пуст нажимать. Потому что уровень сложный. Я уже это вижу. 3 вертушки. Мы не сможем отбить. Блин, ну что нам делать? Мы только 3 роботов насобирали. Роботы слабее вертолетов.
Ого! Так, выходим, пацаны. Мы видим, что в этом уровне мы проигрываем. Короче, надо в самом начале включать добычу ресурсов. То есть, ребята, понятно, что этот уровень просто так не пройти, как вы видите. Нету денег. Давай, добыча. Они долго строятся даже у нас. Так, включаем добычу быстренько, ребятки. Сколько там работает? 3 штуки только. Ну? Может быть, даже 2 добычи. Надо следить за вертолетами. Как только они будут лететь, надо будет сразу убегать. Но вертолеты очень крутые. Я не знаю, что против вертолета даже поставить. Он уже летит. То есть нашим приходится возвращаться на базу. Ну что они нас смогли насобирать? Вообще понты, ребята. Даже на робота не насобирали. Да что же это такое? Как пройти этот левел? База у нас на максимум, ребята, прокачана. Давай снова включаем. Ну нет денег, смотрите. Просто нету денег. Плюс строительство идет долгое. То есть надо будет включать какие-то ракеты, либо что-то такое мощное. Что это у нас вообще такое есть? Давай нажмем. Я нажал. Так, автомат нажал, ничего не произошло. Прячемся на базу. А вот давай, пульки нажмем. Пульки по вертолету, ну. Не попадают ракеты, давай. Ну, как-то слабо нанесло нашими ракетами. Я не знаю, как пройти уровень. Я просто не знаю, что нам делать. Наша база не выстоит. Сейчас будет 3 вертолета и все. Может, надо будет как-то ХП использовать здесь, вы поняли? И, наверное, рабочих надо оставить здесь, а роботов послать вперед. Давай еще раз бонус нажмем. У меня уже все заканчивается. Наверное, надо будет аптечку, ребята, вот здесь включать. Я ее включал очень давно. Я уже забыл, как это и работает. Сейчас еще робота сделаем. То есть роботы, они более-менее скорострельные. Вот, пошли в атаку. Так, включаем. Смотри, роботы бьют. Давай, чувак, сейчас буду включать ХП, чтобы лечило. Так, беру, включаю. Все, у них здоровье восстановилось. Давай, сколько еще надо там включить? О, давай еще разочек. Оно работает, смотрите. То есть оно или долго перезаряжается, или как-то оно как-то работает. Не очень, потому что наши все-таки роботы умирают. Хоть добыча-то идет. Ну, один вертолет сейчас погибнет. Давай, давай еще. Мне кажется, скоро еще что-то перелетит. Давай добычу X2 включим. Да что они так медленно стреляют-то? Добыча включена, все включено. Давай еще включаем. Пацаны, идите вперед. Где там враг? Сразу танк сделал. Вот, пошли уже в атаку. Смотрите, 4 штуки. У нас нечего применить. Пульки сверху. Так, ну разве что мы можем роботов лечить здесь с помощью аптечки. Аптечка восстанавливается как-то там. Давай еще танка сделаем. Танк внизу. Но вертолеты будут бить по области. То есть нам надо еще вертолета сделать. Смотрите, надо аптечку, еще аптечка. Я должен пройти этот уровень гребаный. Давай. Все, танк подъехал. Но танк, наверное, помощнее будет. И вертушку, может быть, мы построим тоже. Давай. Танк, видишь, вертолет бьет по танку и по роботу. И получается, что наши все получают урон одновременно. То есть нам надо тоже строить вертолеты. Ай. Бой закончился, как только я потратил кучу аптечек. Я думал, еще атака будет. Белый дом, ребятки, это крепкий орешек, и мы тут, конечно, сливаемся. Уровень 59. Белый дом. Уничтожить вражескую базу. Ну, с этими базами мы вроде бы разбираемся неплохо, а вот дальше у нас все становится хуже, да? Давайте сразу делаем вот так вот по очереди все. Враг уже бежит, конечно же. Куда тут без врага? То есть, реально, вот эти уровни, где надо отбить атаку, они, ребята, самые сложные, как вы видите. Джип едет. Давай, джип. Прячемся. Наши не успели ничего заработать. Уже их нагнали. Быстро, рабочие, прячьтесь. Давай, давай, давай. X2 можно заработать. Давай. Как вы долго как-то стреляете, а?
Надо вертушку, что строить? Выходим в защиту. Все. У врага есть уже, ребята, танк. В этот раз он с танком. Блин, ну танк это такая сложная штука. Давай мы, наверное, будем робота делать. Робот медленно стреляет. А, все, они нападают. Вперед, в атаку. Нет, надо отходить. Если мы будем отходить, пострадают наши рабочие. Значит, стоим на месте. Ребята, наоборот, нажимаем атака. Вперед. У них то ли два танка, то ли один. Что-то не вижу, сколько у них там хп. По-моему, у них два танка. Еще и джип сзади приехал. Вот вам и белый дом. Но я думаю, что не стоит сразу атаковать их. Надо отступить назад, потому что у них будет подкрепление. Делаю вертолет. Танк подъехал. Давайте, пацаны, выносите врага. Еще танк! Смотрите, мы не можем даже приблизиться к вражескому белому дому. У них даже снайпер какой-то. Или что это такое? Он стоит с пушкой. Но они не стреляют, пехота. Это хорошо. Они при нападении стреляют, а вот когда дефятся, они ничего не делают. Правильно они делают? Что ничего не делают? Ну что ж, враги. Так, отходим, ребята. Мы еще не готовы атаковать, потому что мне кажется, что у них подкрепление будет очень серьезное. Пока накапливаем армию. Давайте, несите деньги. Больше денег. Генерал Воблер с вами. Значит, вы должны победить. Так, у нас есть три танка, два робота, два вертолета. Сейчас еще робот сделается. Как раз второй, да? Я его уже посчитал. А мы пока потихоньку будем нападать для того, чтобы первую линию обороны у врага уничтожить. Потому что на первой потом они уходят. Вторая — это их белый дом, а третья уже подкрепление, да? Давай еще робота сделаем. Отходим на базу. Еще чуть-чуть техники, и мы уже достигнем лимита. 50 очков. Больше юниты не строятся. Так, я не туда нажал. Я хотел просто отойти поближе к базе, а нажал вовнутрь прятаться. Ладненько. Давайте включаем X2. У врага пока что нету бронетехники. Так, что у нас? Там нету ничего. Чего бы такое быстренько построить? Давай, наверное, вертушку. Все-таки она мощная. И кучу таких мелких. Все, в атаку пошли. У нас уже строительство забито. Танки едут. Ну все, Белый дом, прощайся. Дальше у нас будет перчатка Мстителей. Я не знаю, что это будут за Мстители. Может, Тор будет бегать, может, Капитан Америка. Но мы этот вражеский Белый дом уничтожим. Ты не настоящий Белый дом, ты китайская подделка. Так, вот, ребята, выехали танки. Не знаю, сколько их штук, тут непонятно. Возможно, два их или один такой мощный. А еще и джип, я вижу, какие-то колеса прорываются, видите? Короче, завалили всех, и мы победили. Да, дорогие друзья, мы прошли с вами 5 уровней Белого дома. В следующем ролике мы будем играть против Мстителей. Интересно, что же там будут за стикманы и что будут за уровни. С тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие ролики, не забывай подписываться, и все будет круто. Скоро увидимся, пока.